всем огромный привет моим подписчикам, тем, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я решила сделать для вас очень маленькое, коротенькое видео, просто рассказать вкратце о линейке, которая меня просто зацепила, поразила, и я в шоке, что это масс-маркет. Мне очень понравились эти продукты, практически все из одной линейки. Просто хочу вкратце рассказать о них, посоветовать вам, возможно. Поэтому, если вам интересно, то оставайтесь со мной. Недавно я познакомилась с маркой Pantene. Я не пользовалась ей уже, наверное... Последний раз я покупала себе Pantene, наверное, в классе 8-9. То есть, практически, ну, не 10 лет, но лет 8 я не пользовалась Pantene точно. И мне пришло на тестирование две линейки. Это новая их линейка. По-моему, называется она «Слияние с природой». Очищение питания, мне она абсолютно не подошла, я ее сразу же отдала маме, потому что слишком для меня сушащий такой гиперочищающий шампунь, он просто вымывает все, и, к сожалению, не очень питательный кондиционер, поэтому все это я, наверное, раза два попробовала и все сразу же отдала маме. Но вторая линейка Aqualight, она просто бомбезная. Я реально в шоке, мне она безумно-безумно понравилась. И практически все продукты, которые мне пришли на тестирование из этой линейки, они сейчас для меня достаточно must-have. Начать хотелось бы с шампуня. Это шампунь для тонких слоев жирности волос. В принципе, линейка как раз-таки для тонких волос. И... То есть линейка, с одной стороны, направлена на то, чтобы не утяжелять волосы, при этом она направлена на то, чтобы питать волосы. И если говорить о том, что линейка для склонных к жирности волос, я в чем-то соглашусь, в чем-то нет. Потому что мои конкретно волосы, они не столько склонны к жирности, сколько, в принципе, я живу не в очень чистом городе, я живу в большом мегаполисе. Во-вторых, я использую много укладочных средств. И в-третьих, я думаю, что если... человек моет раз в 2-3 дня голову, то это не критично, это вполне себе нормально. Также, кстати говоря, за счет того, что волосы у меня достаточно тонкие, они быстрее пачкаются, нежели это был бы плотный толстый волос. Что касается шампуня, мне он очень понравился. Он очень крутой. Да, это сульфатный масс-маркетовский шампунь. Но это шампунь, который прекрасно пенится, он хорошо прочищает, очищает волосы. И что мне больше всего нравится... Это просто вот реально обалденное ощущение от всего этого процесса, потому что он очень хорошо очищает волосы, он очень хорошо их обволакивает вот этой пеной. И сейчас я пользуюсь другим шампунем, тестирую его, и реально разница между вот этим и вторым вот этим, который сейчас у меня есть, она колоссальная. Потому что этот очень легко размыливается, разносится очень хорошо. То есть мыть с ним голову одно удовольствие. Но, в общем-то, ничего в нем сверхъестественного нет, как в шампуне, потому что, в общем-то, очищает голову хорошо, не пересушивает, что самое главное, кожу головы, мне этим он нравится. При этом очень качественное очищение. Маски масляные, он хорошо смывает. То есть у меня сейчас есть также масляная маска, для корней волос, она как раз хорошо смывается этим шампунем. А следующий продукт, который просто для меня, он очень крутой, это мой зимний must-have, это экспресс-маска, легкое питание, помогает укрепить, восстановить волосы за 2 минуты. Это реальная экспресс-маска, которая сделает ваши волосы просто фантастическими. Не советую, наверное, для девчонок, которые хотят... чего-то там, какого-то объема, волны, еще чего-то в этом роде. После этой маски волосы очень гладкие, они просто единым струящимся полотном у вас будут лежать, и с ними невозможно ничего делать, кроме как на них любоваться, потому что действительно они будут очень гладкие, она очень хорошо сглаживает какие-то посеченные концы, какие-то пушащиеся волосы. Она очень хорошо преображает именно сухие кончики. После нее волосы очень приятные, очень гладкие. Мне очень нравится эта маска. И мне нравится, что после того, как я в следующий раз помою голову, все равно вот часть этого эффекта гладкости, напитанности волос, она все равно остается со мной. И по факту это не такой уж прям вот прям экспресс-экспресс уход в плане того, что раз намазался и забыл про то, что у тебя красивые волосы, это вот как бы не совсем. Вот у меня почему-то на волосах после еще одного мытья все равно остается вот этот эффект лощенности, выглаженности волос.
В общем-то, тоже маска мне очень понравилась. Вот прям я не ожидала, потому что я уже столько лет пользовалась всякими органическими продуктами, и тут из-за маски, она не очень дорогая, это масс-маркет, это одни сплошные силиконы, скорее всего. Ну, не скорее всего, тут есть силиконы, так точно. Но в любом случае волосы от нее обалденные, мне они безумно нравятся. И последний продукт, который вот тоже вызвал у меня только самые положительные эмоции, это как раз-таки не смывашка, как я называю такие продукты. То есть это питательный спрей, укрепление защиты без утяжеления. Что мне нравится, этот спрей не пачкает волосы, то есть сколько бы я его не выливала на свои волосы, он не утяжеляет волосы. То есть вся линейка, она не утяжеляет волосы, волосы не пачкаются с ней быстрее. Даже с этой маской волосы не пачкаются быстрее. Хотя маска на самом деле дает эффект очень таких тяжелых, плотных, холеных, ухоженных волос. Но, несмотря на это, они такие же чистые 2 дня. Что касается этого спрея, то самый большой плюс, который я могу отметить, что он убирает электролизацию волос. Волосы с этим спреем меньше электролизуются, что мне безумно нравится, и также они становятся мгновенно мягкие и очень-очень приятные. И когда у вас вот эти вот кончики, бывает такое, что на второй день после мытья головы у вас кончики как-то вот уже не замусоливаются, плохое слово, не нравится оно мне, но они уже становятся не такие красивые, не так хорошо лежат, а это средство, оно очень хорошо освежает их, то есть вам легче уложить их как надо, то есть это вот для таких причесок, для которых вот каждая волосинка важна. То есть я, во-первых, такой педантичный человек, а во-вторых, у меня, в принципе, стрижка такая, что мне важно, чтобы все волосы лежали идеально. Но бывает такое, что вот на следующий день они как-то вот по-разному там стали, они уже какие-то суховатые, и вот как раз-таки это средство помогает справиться с этой проблемой. Мне оно поэтому безумно-безумно тоже нравится. То есть из этих 3 продуктов, в принципе, они все мне очень нравятся, они меня все поразили, зацепили, я с удовольствием ими пользуюсь, но, наверное, вот прям вот в самых таких вот любимчиков я бы вывела именно вот эти 2 продукта. То есть это очень хороший несмываемый кондиционер. То есть из всех я периодически пользуюсь несмываемыми кондиционерами, в особенности зимой, потому что у меня волосы тонкие, они очень сильно электролизуются. Но вот это один из самых лучших продуктов из бюджетного сегмента, который я пробовала, который именно очень хорошо работает, как вот такой несмываемый кондиционер. И что самое главное, не пачкает волосы. И маска, она очень быстро работает, то есть буквально вы нанесли на 2 минуты действительно, и потом у вас волосы как струящийся шелк, очень красивые, потрясающие. Это как раз-таки и с одной стороны, все-таки есть в ней уходовая составляющая, потому что эффект держится больше, чем один раз. И во-вторых, помимо этого, что мне нравится, что это именно очень такой быстрый эффект. И, в общем-то, если вам нужно очень быстро привести свои волосы в порядок, то это как раз-таки вещь сработает. Но, наверное, я бы не советовала брать только ее, если у вас действительно там какие-то проблемы с волосами, тем более на зиму. Я думаю, что нужно взять еще какую-то маску более профессиональную в дополнение. То есть у меня есть маска, она более натуральная, более масляная, это Mixit, и есть еще одна маска для роста волос и для укрепления волос. То есть я все это в тандеме использую на своих волосах. Об этом я расскажу позже в полноценном обзоре продуктов по уходу за волосами. А сейчас я просто рассказываю о продуктах, которые я, наверное, советую вам, потому что они очень-очень бюджетные и очень-очень классные. Вот и все, о чем я хотела с вами сегодня поговорить. Если видео вам понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также обязательно подписывайтесь на мой Перископ в Инстаграм, там вы тоже найдете много всего интересного и наверняка не пропустите ни одну новость, которую я публикую. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, пользовались ли вы этой линейкой Aqualight, какие у вас впечатления, как вы, в принципе, относитесь к бюджетному уходу. Спасибо, что вы были со мной, и до встречи в следующих видео. Всех вас я люблю, целую и пока-пока.